Привет! Смотри, какая картинка! Составим с тобой предложение. Слушай внимательно. Дедушка и внук собрали грибы. Повтори. А теперь самостоятельно попробуй составить предложение. Умница! Продолжай! Правильно! И последнее предложение. Ты большой молодец! А сейчас еще раз посмотри на картинку и составь рассказ о том, как дедушка и внук ходили в осенний лес. Супер! Какой интересный рассказ у тебя получился!